для крылечка. Всю доску напилил по размеру, сделал каркас, тоже доску напилил, потом все это разобрал, всю доску и бруски окрасил, сложил в эту пристройку, там все в данный момент высохло, и сейчас я в обратном порядке буду все это собирать. Это я делаю для того, чтобы доску, которую я строгал, не марать, потому что я буду каждый раз что-то закручивать и буду ходить грязными кирзовыми сапогами, и в эту доску будет втираться вся грязь, а потом красить просто невозможно будет, потому что вот такая вот вся доска будет. Ну, чтобы она такой грязной не была, я первоначально все как было опять все собрал, но теперь мне нужно бензопилой пропилить брус и доску вот в этом месте, чтобы установить деревянную стойку из этой доски. Ну, конечно, не такая будет, а строганная и очень и очень высокая. И здесь то же самое. Но чтобы мне не разбирать опять эту доску и не вынимать этот брус, вот затачиваю зубья пильной цепи, потому что, ну, просто пилить невозможно. Зубья круглые, особенно с одной стороны, даже чувствуется, что одна сторона пилит, а другая сторона просто не пилит. Ну, вот эти зубья, они хватанули, скорее всего, гвозди здесь. Ну, мне уже надоело затачивать, работая здесь, хватать эти гвозди, один гвоздь и затачивать, один гвоздь и затачивать. Потому что, ну, они забиты. А шляпок не видно, все шляпки куда-то делись, а гвозди там внутри. И вот хватаешь, хватаешь постоянно. Столько гвоздей было здесь, это кошмары. И вот эти вот зубья, они вот просто не острые, а круглые. Он зуб вообще круглый. Все, остренький. Вот одна сторона этой пильной цепи зубья остренькие, а с другой стороны вот заточил. Чуть-чуть нажимаю, чуть-чуть. Ну как заточу, продолжу работать. Ну, вроде бы прошелся по кругу, срезал эти ограничители. Вроде бы и все. Надо приступать пилить.
так будет устанавливаться. Вроде бы и все сделал. Вроде нормально получилось, классно. Вот так будет устанавливаться стойка. Все, вот здесь нужно срезать. А можно и не резать, наверное. Вроде не мешает эта доска. Не, не мешает, не буду резать. Все. Ну, классно получилось, все, так я и оставлю. Немножко приподнимаю, чтобы там был зазор, это вот обязательно нужно. Первую доску по отвесу установил, закрутил, и теперь вот таким вот образом закручиваю. Здесь доска не окрашена, а с этой стороны доска окрашена, ну то есть в один цвет, вот так получилось. Здесь, конечно, потом можно приложить какой-нибудь брусок, чтобы какой-нибудь угол такой вот был. Ну вот так у меня получается. Далее доска у меня будет закручиваться, закручиваться. Далее потом буду срезать. Здесь доску немножко повыше сделал, потому что будет укладываться, скажем, поручень. И в поручень нужно вырезать, чтобы доска как бы туда вкладывалась. И чтобы не было вот таких вот пропилов. Работа идет полным ходом. Вот сюда надо будет закрутить доску, а вот эту доску нужно распилить по размеру. То есть вот эта доска будет укладываться вот здесь и закручиваться сюда. Следующие доски закручиваться не будут, потому что они будут съемные. А вот эта доска вертикальная будет закручиваться вот к этому бруску. Этот брусок с бруском будет закручиваться, а вот эта доска к этому бруску. А вот эта доска, вот эта вот, будет тоже отпиливаться и укладываться. Если что, можно снять и туда проникнуть. И здесь будет доска закручиваться вот таким вот образом. Вот так будет закручиваться. Вот так. То есть я захожу, по ступенькам поднимаюсь, и здесь будет вот так находиться косоура со ступеньками. То есть мы будем видеть ступеньки и по ступеньке. То есть такую вот лесенку небольшую. Вот так все получается, все в работе кружится и делается.